Ульда, ГМХМ, РСГ. Красота. Вообще красота. Нихуя. Айка все знает, нахуй. Так, воронка, фарм еще вечером можно будет сходить. Заходите обратно, все внутрь. Давайте. Буф, сюда. Правильно же. Хуй его знает, а продукт. А у нас что первое будет? Да нахуй, мочу это все у тебя. Хули они за стену кастуют? Мас сейв. Тоже не надо, мне кажется. Да, блядь, как они заебали со своим этим ливнем, нахуй, огнет. С него, блядь, хуй выбежишь, блядь, еще в этой походике, блядь. Он хуёвый, пиздец. Нихуя себе, там наезды, блядь. Ой-ой-ой, ливень ебаный. Ничего не перепутал. Алло. Алло. Алло, нахуй. Ей нахуй ГМХМ, Костя, бля. Нифига. Наезды на Костя. А Костя-то что? Костя-то вообще... Причем? Костя вообще РТ не меняет. Нет, просто мне Костя тогда говорил, блядь, смотри, типа, говорит, а Продекс, давай, говорит, в четверг, чтоб точно был, пойдем... Ну пойдем, тогда... Это ты все не поверь мне, Продекс, ты не один такой, кто вопросы задает, почему мы сегодня это говно идем. Ну, есть один человечек. Вопросы, да. Куда идем, куда идем, бля? Только РТ, РСХ, только Войт. Да нас никто не... Чего? Да, блядь. Вроде тут сидит, молча. Чаши нету, говорю. А чё, дед уже в ульде, в соло, я вам показываю. Да приезжай в ульде, в одно ебало сидит. Ждёт всех, правильно. Говорю, Костя, воронки дели. Всё, прошу. Ещё же пак, по-моему, был. Нет, там ещё пак. Пак остался, да, я веду. Идите, идите, идите. Давайте еще жизнь его. Одну, бля, выбьем нахуй и паролу, короче, вот между 11, бля. Нет. Нет. Ну там мы нахуй. Везучий. Мы пойдет. Их ролить не будем, там призы, но я не люблю, что ты пойдет. Ой, бля. Ну если сейчас выпадет, то вот эту не люблю. 13-12, призы. Ну вообще я сначала не люблю, потому что он с нами 5 выбил, а призн позже подошел. Попозже подошел. 5 выбил, ну да, да, он с нами 5 воронок набил. Ну, в следующий раз, когда пойдут, нахуй, можно им первыми отдать, нахуй. Пускай 12 останется в этот, нахуй. Просто, ДБ, и все. Ну, не, давай, ролл, нахуй, да ролл. Сейчас может выпадет, чего вы, блядь, кипишуете? Ролл, нахуй. Вы не кипишуете, парни. Какой ролл? Не надо тут это. Блин, это можно петаться. Пусть потом просто призван Артем паролят между собой. Да, ну да, да. Там по 15 тысяч может разделять нахуй, все как раз нахуй, половина будет. Ну вот, продать и по 15 закинь. Ну. Морок. Короче, пускай, если сейчас не выпадет, Костян, пусть у тебя лежит. Че, вы серьезно, выйду ильтим? Да, ты что думал, нахуй? Я ничего не нашел. На серьезных чах туда занесли. Не, вот, вот в Дискорде. А, ты тут? Как, он в Дискорде, но он, ну, походу... Хватит, мне закинул только что слово, но он мне только не отвечает. Сегодня Костя ради. Вольт в ульде. Ты спал в ульде, то это не Костя, это мы уже видели. Ладно, тем ульду бей. Это, конечно, гномов. Красава. Бухать, бей гномов и ломать лица драконом. Ой, это что ли ты, Гоша? Нет, это не я. Это не ты? А кто? Альтрега твоя? Это не я, тебе кажется. Это его шизофрения. Да, 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 точно. Это шиза. Добрый вечер, я шиза. Ну сейчас вот чел спрашивает про ЦЛКХМ. В ПМ пишет? Нет, ну а як он спрашивает, оставьте слот, я уже мчу домой. А он приходит оттуда льда! Ясно, ложные задания людям даем. Важные мечты. Бать летит. ГМХМ, РС еще героического, только, блять, хотел бы. Все. Че, мы сейчас куда? Куда? Вы любите, Дима? Мы в самый прекрасный район. Ты ебнул с гильдии.
А? Помнишь, когда ты линул с гильдии откуда? Да, я понял. Ару, всё? Да. Бля, у тебя мое тело. Саш, да, Макс, залетай в льду, будем веселиться. Давайте, пить, это, курить. В очередь, вставайте. До первого вот так вот, типа, по пати, типа, вот. Первого пати так и. В очередь на льду? Бля, вот это стали. Давай, Эвилаша. Все, я получил, встань, я ливаю с пати, чтобы не портить приколы. Он выпал. Да. Че, много налутали? По одной. Хорош. Фокс, опять один. Нарыло. Где Ваня? Спасибо за баджик. О, Ваш, прыгай в эту машину. Я водитель. Куда в очередь? Ты вообще-то как бы я в очереди стоял, да? Я по записи. Я по записи. Я просто спросить. Я на сайте записался, что такое? Я только спросить и все. Я, говорит, с талончиком, мужики. Юля, давай мне. Да мне только справку забрать, я упасть. Я на минуточку. Да мне спросить. Просить только через мой труп. Ладно, пошел я мыть посуду, короче. Не умирай, Гош. Не буду. Через 10 не надо. Здесь. А если хочется, очень сильно. Сразу Ульда такая, так, я пошел Боря, брить мне колеса на машине, все, давайте. Там Лем поставил заявку. Боря, говорю, тебе воронка надо? Кто там, кстати, воронки на продажу фармил? Что, тебе нужна? Шаман Лем 261. Могу продать тебе? Ну я даже посмотрю, блядь. Так. Лёх, ты на ком? Какой ценник? Давай, Диман, Элем, я насмотрел. Элем 261. 261 Элем, да? Так. Короче, Лёх, у меня ещё одну. Стреляй в очи. Перчатки. Тебе сколько надо? Перчатки у него тканевые с ТТГ. Ну он такой, знаешь, чисто обычка, короче, такой вот. Запад, пояс, чарка, чарка у него, блядь, на крит, но то если у него там с меткостью все нормально, можно туда и там. Гром долгоног. Хороший лем. Хороший. Только я не знаю, я бы лучше все-таки тотем ставил бы на хосту. Камень зеленый, кринж, правда. Камень зеленый. Да, вот так могу. Он у нас РТ какой-нибудь собирает? Камень зеленые кринги, да. Так а че он спит-то нахуй? Без понятия. Не знаю, там ревист здесь вообще, нет? Ну вы-то сами думайте, короче, там с левыми своими. Не, он хорош. Типа он забит, он, кстати, забит в этот самый, в СПД фулл. Типа не оранжевый, как я. По фулл СПД. Не, так, блядь, СПД, крит еще раньше, ну, до реворка было, это супер сильно было. Сейчас мне просто впадло перебиваться, потому что я-то опять же. А вы напишите ему это, только ветку, только это, если отвечаете людям, вы ветку создавайте под переписку с ним, чтобы не было кучи хуйни. Там, я не знаю, и все. Ну, бля, не, хороший ли. Но кольцо я бы все-таки лучше бы брал бы какое-нибудь другое, которое у него ТТГшное. Пока его не апнули, не он. Ну, напишем об этом. Будет делать. Чё нет? Так а где ему, блядь, отвечать-то в этом? Да вот, смотри, получается. Я уже сейчас отвечу. Вай, можешь такую ветку сделать для него? Так а подожди, а чё тут-то нельзя? Просто тут ответ какой-то можно минимально лишь написать? Нет, смотри, если делать ветку, то получается там будет переписка полностью, и она не будет много места занимать. О, вот, ешь. А как ветку эту делать? Да вот уже сделали ветку. Как мне, как ее делать? Наводишь на сообщение, там будет. Да блин, я уже сейчас делаю все. Можете да она... делать. Да нет, ее сделали, вот типа. А, вот тут можно сообщение. Опа, а что удалить сообщение там? Так. Давай. Без этого. Рома, посмотрю на хау еще. А что ты ему пишешь, Вань? Давай. С тобой? Ой, не туда нажал. Короче, тут вся гильда просит сегодня целка. Целка 25 хм.
Так и может, там два осколка осталось, вы чё, блядь? А... вот. Ну так Юле тоже осталось. Юле один осколок остался. Один, ему один, блядь. Мы вот сейчас один лутаем и съёбываем, а потом идем к Юле, один ловим и тоже съёбываем. Блядь. Финтек, ты если не знаешь, как это работает, не влезай в разговор. Надо фул ульду проносить. Надо фул ульду закрыть. Просто сейчас вся гильда просит пойти в ЦЛК 25 хм, залутать проходки. Ладно, большая часть рейда, скажем так. Чтоб люди могли залутать проходку и ходить на воронка фарм. Плюс Юли тоже, так как и тебе осталось хуй да нихуя скул. А кому там проходка нужна? Насте, наши, наверное, Шаму. Там еще он новенький поприходил. Настя, я в трофейной осадной. Ну, новенький по-любому не нужно. Я на то не знаю кататься. Есть новенький, который относительно новенький. Пор нет прохода. На ней Еку кататься. У Ека есть лич, ему надо первые 4. Да, у него вот есть лич, он с нами лича убил. Да, он не может там в этот звезд сходить. Сейчас объяснять, я не боюсь. Короче, от хэма больше профита. Просто ульду переставить на ту же субботу. Ну, давай на другой день, блядь. Поднять прицел. Опустить прицел. Только идет странно. Когда ты будешь? Можно снести ссылка, потом в ульду пойти. Ну да, у нас еще резко. Противовоздушная ракета. Юля может зайти, что она его подкинула. Ну, в крайнем случае это... Опа. Там, в принципе, можно на завтра поставить. Можно он, Юля, зайдет за тебя. Я не знаю, но типа будет опять молчит. Мы с сестренкой с ним разговариваем. Ну, значит, идем целка. Целка? Да. Ура, целка. Блять, вы что, шутите, что ли? Вот слава. Согласен. Блять, вы определитесь. Ну как в РТ написано, так идем на. Мне написали, что ты сказал, решай с ровистом по поводу целка. Большая часть рейда хочет сегодня целка. Я тебе сказал для чего. Блять, да какая это проебывается 3 дня. Вот в чем дело. Ой, как все сложно. Люди уже там подумали, что сегодня целка, и там поторопились, пришли откуда-то и так далее. РТ, вот в календаре, которое написано, оно 3 дня. Так оно сегодня появилось. Каждый день люди могут его читать. Сегодня третий день, ну. Анонса не было. Лёха, РТ поменяли все равно. Ого. Схуяли. Схуяли. Ну, приходи на воронка фарм и выбьем. Ну, вы же меняете РТ. Меняли не мы РТ. Начнем с того, Леха. Блять, Костя, что там написано? А при чем тут смена РТ и воронки? Поменял Слава ночью вчера РТ. До этого стояла ЦЛК. Еще раз говорю. Костя, еще раз кинь, пожалуйста.
У кого хотя бы алкашной фласки не будет, ГП, давай. Хуя себе. С маслом. Пилов не трогать хотя бы. А, без хлеба дадите. Без хлеба масло. Ну, он на аукцион даст. Ладно, хоть рыбкой угостите. И рыбку съесть, и масло съесть. Еще и, блядь, меня в итоге крайним сделали. Охуенно вы, ребята, блядь. Тут меняете сами, блядь, туда-сюда РТ, блядь. Меня попросили озвучить то, что хотело большинство. Я озвучил. Поменял вот ночью. Ну, так и надо делать. Людей в заблуждение вводить. Кто-то мог отменить свои планы. Посчитал, что, ну, блядь, ссылка ему очень надо. Ну, ты ночью поменял, анонса даже не сделал. Чё это, по-твоему, тогда? Ты не нытьё, просто по факту. Это факт нытья. Мне без разницы, какой рейд будет лично. Лок есть вообще в пате? Нет. Хоть нас так мало, что я какой-то выбор. Ну так с ним разговаривали только что. Так с ним и разговаривали, а ты вот пришел, блядь, и начал наезжать. Мне в ПМ написано. Кого сумануть надо, вы а в чате. Можете супер бичей не брать, пожалуйста. Супер бич от твинков скорее. Здесь проходка одному только. Но... Я сейчас восьмую пати уже. Так, мне заходить локом? Сейчас. Сейчас зайду. БК камни что были? Чарки. У меня, да, чарки камни стоят. Нет, у тебя лок-то заряженный. Ну, вот он и на нем и... Нет, просто есть челики, которые с лока-камнями и без чарок. Они могут даже не думать. Блин. Ага. Хук, знание, тактик. Не, ну, я как бы ничего, но ебать. Да какая разница, черепофы, ну ебать мой хуй, но... Я сейчас специально взглянем еще. ДПС в турка. О, мы же в геру, да, правильно? Да. ДПС в палку. Да. А я шаманом пойду. 251 рога, какой у него 251 рога? Что-то? Ну. В хм-ку. Это хукмастер, что ли? Да. Да. И хуйню несет, да. Ну. Заходи нормальным перцем. В Геро 260. Так, что такое? Просто у меня на следующей неделе нахуй будет нахуй скидываться ИП, ну этот, блядь, срез ИП, ГП. А я ничего не залутаю, нахуй, и будет в минус. Так что буду сегодня лутать. Я сейчас поставлю шкаф сейчас в этом, в целка. И целка? По-быстрому... Да, я тут рядом был. Луком. А, ну сейчас вот. Туда, ладно. Ну сейчас тогда иди, все, инст. И полечу в Огре, там накуплю фласок и суманете обратно. Это, Слав, да, я могу да, на лане и на этом самом, на сурфе зайти на авара? О, Продокс. А ты тут сейчас? Ставлю. О, ну, Гримар, спасибо. Я как на леди ловил, поэтому пусть знает. Леха, после первого босса зайдешь на пола. Так, ты просто смотри на приколе. Ашмоту. А зачем? Да, Он не годится. Помню, я сказал же, вроде как. Я не... А сейчас я его свану. Я релогаюсь. Я могу на холи пала зайти. Пал. Ты имеешь в виду потанчить, что ли? Да. На приколе с умом. Ну, ладно, хорошо. Ну, я же говорю, после ребра. Да я просто не хочу вот эту вот, знаешь, херню, типа, и заходить. Я говорю, я могу на лане и на сурфе зайти на вара. Ты заберешь, что ты хочешь, ты уверен? Да, я заберу. Ну, если кому-то нужен щит с лан, этот, стена, тебе нужен. Ну, хорошо, да, на сурфа зайдут. И, блядь, не говорите, что кому-то понадобится чешка героическая, блядь. Я пару рублей ставлю. Ты про волю.
Треплёха, я тебе что-то говорил сейчас? Глеб, сумоненький. Просто... Вот, чекай. Ханта. Где я, в смысле? Замена. 258. Лукасоки, ты фу. Да, фу, Лукасоки. Не знаю, это надо у Света спросить, сколько он даст. У кого? Там можно не смотреть, он давал в прошлый раз. У нас Сурвов шарит. Че, кстати, мне сказал? 16 тысяч. Вагон. И маленькая тележка. Так, я отойду на пару минут. Ваша версия ДБМ устарела, что? Вон в Рэя берите. Так. Зашел в аддон Дейтер, там ничего нету. Я понял. У нас 6 хило будет или 5? Ясно, понятно. Сейчас сумму. У меня уже достаточно таких предметов. Возле шкафа столик. За свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей. Сразу аддон закинь. Ой, аддон, говорю, патч. Если нету. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. В конце концов, все вы будете слушать мне. Паладин еще жив. Так он же написал эту причину. Возможно ли это? Нет, он выше написал. Меня не пускает, пишет готово и стоит. Блять, причина как бы есть. Семейные обстоятельства. Катит? Да. Без причины понос тоже катит, да? Ну, все так, пацаны, наливаю. Не бывает. В смысле? Если наебали, как ты это поймешь? Ласки, масло. Мы заставим короля Лича ответить за все злодеяния и спасибо.
спасем паладина. Пойду посмотрю тогда. А, ну вот это приятно. Мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Отлично. Там фокмастер просит совпать. Каски нету, пристабафы нету. Сейчас, подожди. Ребят, дождемся всех. Да-да, пристабафы и все там остальное. Ну вон, бери фокмастер. Ставь рыбу. Окей, шикарно. Написал, пока типа на замене. Макс, ты будешь сове, да, получается? Ласки пейте, масло. Я поем рыбу выпью. У вас даже лок быка фласку выпил. Каски нету. Так, холи дринк не здесь, да? Ни каски, ни кулака. Нету пока. У вас в рейде два пала, так что... И один из них прот, наверное, да? Можно кулак по дроиду вместо креста? Хотя бы пока то отдельно. На 10 минут. В начале стоит? Не знаю, хуй знает. О, Костя, очнись. Костя говорил, что он ПК 2 минуты. Слава, ты личку увидел? Что, брать? Давай. Мастер, заходи, я пока поем пойду. Так, а он же чаржится будет в этом холи дринка. Ну, так никто не пуляет, босс. Да. Ждем, Костя. Да, сейчас я в ТП зайду, у меня там никогда. Понял. Ставь шкаф пока, бля. Кинкаренко, масло. От Фокс тоже химия. Все теперь жесткая проверка по фласкам. Да. Вообще пиздец. Потому что сейчас теперь убьем кого-нибудь нормально. Люди просто, блядь, не пьют фласки, ходят в гир, не пьют фласки. Ну да, это ров. Все, пошел. Я же надеюсь, не в портал прыгнул. А где Костя, блядь? Пиздец. Он что-нибудь писал? Или говорил? Он сказал, что он отошел на 2 минуты в начале, когда мы пошли чистить трэш. Ну-ка, Ваня, еще раз сделай проверку. Так если что, там еще слот есть или... Да, сейчас Синхаленко, походу, пойдет на замену, потому что нет фласки масла. Подожди, а вы куда? Вы в Синхаленко рыбу не ест. Не, фласка у него есть, а вот масла нет. Достаю в шкаф, пусть летят. Может, просто затыкал. Подожди, а что, такой... Сейчас, Вася, нахуй. В итоге-то куда пошли? Ты мне ИП накинул за вклад? Целка ХМ. Просто это он все накинул, а меня пропустил. Хотя я написал, ты промолчал. Ну, если что, на замене. Если что, на замене. Когда написал? То есть ты накинул после того, как я отписал. Ок. У тебя есть 2 минуты, чтобы слетать за маслом. Или попросить масло. Есть у него масло, нифига. Фласку принесите. Перед пулом будет. Он взял фласку. Если что, на замене. Рыбу. Так он же отписал в ДС, что там типа мы... Сколько?
Ну, бля, есть у него какая-нибудь причина? Не, ну, у меня пришли бойлер ремонтировать, что? Когда вернусь хз. Я один увижу это надпись? Нет, есть. Но, да, так, есть. Ну, это разве не причина? Ну да, написал же. Типа как сделает мастер там бойлер, так и вернется, я так понимаю. О, Костя же. Костя, ты чуть 50 ой, ГП не получил. Ну, вообще-то я предупредил. Бля, Лёха, а чем... подожди, ты сказал 2 минуты, пару минут. Все, там еще минут. Дайте намазаться, рыбу плавать. И что за нововведение, блядь, посреди рейда, нахуй? Мне никто не скажет. Что, вдвоем амбафаете МП5 и кулаки, что ли, или что? Лёха, тебе щиток сильно нужен? Костя, рыбу ешь? Ну, у меня будет, короче, приор сгорать, если я не буду лутать ничего на этой неделе. Так, а ты 5 напали? Ты 5 я не лутаю. Так там кому-то раздали каски, кому-то нет, блядь. Так что если он щит упадет, то я его буду лутать. Я говорю, что за нововведение, блядь, посреди рейда? Подожди, а что ты напали не хочешь опять лутать? Мы отдаем на этой неделе, на следующей неделе. Хилам. Ну вы, блядь, отчет давайте, да поехали. В натуре. А, я понял, я просто... Я понял. Просто... Я что-то забыл, что... Первое июля на бой. Чего мы ждем? Ну? Слава, заходи, давай ДБМ. Сечу, у нас аура коня стоит, переставьте. Да забейте на это ауру коня, она вам не мешает. Ну да. Ласка, может, там, можно просто более эффективную ауру поставить. Да и хрен с этой аурой, нахуй. Лед поставить. Ну, чисто под пивко пойдет. Там пока вполне разберутся, мы, блядь, босса бы уже убили. Я поставлю ТТМ. Вау. Справа половите кто-нибудь? Лужи. Я половлю. А, нет ханта, да? Я половлю. Танки, Хайдринг и Вилаш, кто третий? Кукмасть. Я вижу. На шип разбейте РДД, пожалуйста, справа. РДД справа шип. Здесь весь брус на шипе просто. Пойдет. Тебе там может и пойдет. База. Зависит. Да. У меня норм. Не, у меня нормально. Вы разбейте, а продукса. Это сам. Bone Spike Cast. Ух, ёпт. Ловить. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Itch. Thank you.
Bone Spotcast. Любимчик, что ли, блядь? Шип да шип. Bone Storm Cast. Ну, бьем шипы, блядь. Не бойся, что такое было далеко. Шипом дал. Я разбивал. Не резайте. Все, что было, разбивал. Как вставать будешь, как? Хорошо. Стою. Давай. Да, каску без табак дайте, поем. Там на продексе можно резать. Вы разбейте. Пусть алло, будет. Там хилить будут? Так-то ревно. Ой, Вадикон, резай продекса. Bone Spotcast. Да ебать. У меня закидать что ли решил этими лужами? Ощущение по шипам играет 3 человека. Я весь обтайп самого элементаля сейчас по шипам. А мы посмотрим сейчас? Блять, не упал. Охуя. Не упал. Главное душу. Я почитаю. Там осколок. Осколок, да. И чё бы ты там выбил, Хук? Ботинки там выпали. Ботинки, не на мутик. РПБшные же ботинки. Да, какая разница, типа, на что бы там выбил, не выбил. Это ботинки мусор. У меня распыл, Золоманыч. Там у Юли раз. В ботинках. Ее, я мусор. Не, я имею в виду на мутик. Мусор, потому что они с РПБ. А мутику РПБ нахуй не надо. Да. На мутик она... Ты! Давайте ухиломимся, но вообще ничего больше хиловать не будете. Давай. Заканчиваю предложение. Там Настя уже ЧС хилботе приготовила. Чтоб не хилить. Если что, ЧС хилботе это не шутки. Ну это так, это нужно считать, что это шутки. Там есть такая колонка. Да. Есть, я просто патина. Я сегодня чекнул в этом на воронкофарме. Заломаночи проверили уже. Да, проверили. Че, Дима, тебе сегодня хилить? Вот, если интересно, можешь глянуть тоже. Да нет, там уёбки, потому что именно что-то вот решили на мне проверить, блядь. Вот. Я понял. Да, в смысле? Нет, так, как... ну, просто... Ты ж не единогласно был. Да. Буря куда пошла? Патч ставят, пока все трэш чистят. Блядь, столько зелёнки, капец, вы чё, ребят? Да, там моя пыль. Ну, этот патч не крашит игру, так что можно и дот ссылка поставить. Подожди, я запускаю шоу через... Ну, можно вообще не убирать.
Можно я почему-то через раз работаю. Но у меня в Долоран заходит, что 3/4 выдает. Статью? Да-да-да, часть третья. Ну-ка, я почитаю, что за такая статья. ОК РФ. Киньте, пожалуйста, Хэлло 8-ю группу. А его кикнуть вообще? Какая там часть, говорите? Продакс, вынеси, вынеси. 134, УК ЦЛК. Половое сношение на идее. Не знаете такое? УК ЦЛК. Я понял. ГУМВД города Долоран, вот это вот? Да-да-да-да-да. Мемная гильдия. А можно я пока ФК постою, я почитаю? Нельзя. Ну-ка, не ставь ФК. Больше надо. ГП лезет уже. Котики хоть в Т5 не дамажат, но они пиздец кипарезны. Стан, вот, когда не надо, вовремя прилетает стан. Дамагер, дамагер, честно, 4 Т5. Подождите. Хэлло, можно поставить патч, или все уже поставили? Ну, пока мы трошечки. Хэлло, кикни моего второго. Оп, там вестник смерти лежит. Так я, наверное, тоже пойду патч поставлю. Запрети мне носить стол. А что, без патча слабо, как я? И ты один. Ты на ультрах играешь, чудик. Отец. Так я тоже на ультрах играю. И чё? Ну, на ультрахах лучше видно и всё. Да нихуя их не лучше не видно. Нихуя, да. Видно. Одинаково. Если бы я на ультрах играл, я бы не ставил ничего. Одинаково. Они так же сливаются, блядь, с этим. Потому что аур много. Буря, что ты мне голос пишешь? Личная неприязнь какая-то? В смысле? Какая неприязнь? То, что Рогу мы твоего заменили, он 250-й. Буря, там как минимум нету расы. Хукмастер в ДД, спекайся. А чё у него за раса на роге? Там какой-то эльф. Там, по-моему, андед. Нет. Не, андед это воид. Ну, если бы хотя бы эльф бездны был, более-менее. Без собак. Контроль. СС, надо кому-то дать? На подстраху. Пока не даваться. Сможешь ли им бой дать, СС? Да. Ну, там лучше это по ситуации смотреть, мне кажется. Окей. Хотя, хоть знаете. По продуксу СС. СС для подстраховки. Да. Так ты вомен, смотри, не срывай. Там магов можно давать, СС он всегда сработает, не прогадаешь. В этом месте нет боссов, где маги не умирают. Че, глыбу нажать не могу? Или че? А прото, ты кому МКД? Инту, пристабав, дух обновить. Ауру темную сами поставить или мне поставить? Найс. Nice. Сюда ДПС. У меня лед. У нас стабильно сидит на этом, на лиде. На роге. Роги коты. Роги коты, шопен, не знаю. МК. Надо контролить. Мурлокос контроля.
Добили справа, могущественно, последователь. Мелики. Хорошо, что поглощение, не отражение, блядь. Блять, выйти из лужи, нахуй, пожалуйста. Мелики быстро добили, говорю, блядь. Меликам похуй, похуй. Ну сейчас ГП будут лутать. Все, 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 тихо. МК. Понял. Заебашили, да? Стелс, ну, убейте. По его заклеивали, он под босс. Стелс, попробуй не убейте. Кто его? Не статичка прилетела. РДД заклеивали? Наверное, папу, я... каску пристабав. Наверное, я когда Илья был спак. Все похуй. Трэш. Что, стопаем? Да, стопни. Надо бы стопать, да. Добивать. Трэш сыграли сначала. 1 июля, да? Да без разницы. Владикон, на контрольте. Я опять ВМК, у меня кош есть аккуратно. Я седжу в жабу кину. Сейчас я тебя... Понял, лизи стоит. Мать там, я седжу контроля, блядь. Быстрее сливайте, 7 секунд, 5. Все, все, слили, слили. Я Геру даю? Давай. Патрешу сыграйте. Все, забрал ли? Да. Духи боссом. Дух в ромб идет. Spirits. От босса дух один идет. Ебать, законтролим от Фокса. От Фокса законтрольте! Стану дал. Я не могу ему жабу кинуть. Сейчас я ему фигу еще ебану один. До компанию. Центр идет. Спиритс. Подлети дух. Прям под босс. Трэша дух, не подходите. Из лужа. Спиритс. Духи уклонили. Босса идет. Двое в босса идут. Инканька, ты слышишь, эти говорят, тотем на ману ставить вообще? Гимн на ману читать. Апроксом. Брамба идет. В миле. Хотел все жабы кинуть, не убейте ее. Через стену не убейте. Spirits. Трэш вышел. Ой, я лег уже. Центр идет дух. Бромб один. Она набирай, я подожду. Ее там срывает вам оба. Никитос, дай на полу. Один моб со стороны лестницы в РДД идет. По хокмастеру дайте сальву. Поздно. Радика не убейте. А ты их разбейтесь. Spirits. На лестнице два. Один под босса бежит. Spirits. Прямо под боссом. За мной. Spirits. Босс. Spirits. Два возле. Два в босса идут. Spirits. Со ступеней. Один в рамбе, один в этом везде. В центре. В центре есть, со стороны лестницы. Контрольте.
А вы на пулы вообще будете сдавать? Один сет же сдают на пулы, блядь. Матфокс Бэль, Вадикона. Сокрудал. Двое духа со стороны печеньки. Ты в луже меня забэрил? Подожди, пока не вставай, служба пойдет. Spirits. Все, вставай. Я тебя щитки еще иду. В ромбик идет тут один. Ну, блядь, ну кто лоб? Ладно. Опа. Опа, не убейте, бляды. Пойдет. Батя большой стал. У тебя ботиночки лопнут. Бля. Запах хороший. Просто хинкалинка, ты в DS вообще? Ну чё там, Врей, как дела? А, Врей? Лёха, я 4 эмков подряд, если что. 4. Я, надо, кстати, видел, не, это реально мем, блядь, был. Я ему 4 жабы кидал. Я такой просто сюда. Самое интересное, я еще успевал по трэшу поиграть. Не то, что бесполезно. Меня погибать. Я, к слову, ну, по трэшу тоже играл. 600к. По фанатику одному. Сюда. Играл по трэшу. Играл. Слава. Там рефлекте другие, блядь. Аддон какой ты говоришь поставить? ЕПГП, лутмастер. В аддонах. А, ну и ПГП стоит. Лутмастер надо. А, все, все, понял. Хорошо, поставлю. Это поставлю. Два разных аддона. Нет, есть просто ЕПГП. После кораблей можешь поставить. Там обычно в папочке... Три папки. Хорошо, после корабля сделаем. Дайте пушки посидеть, что ли. Да, я бы тоже посидел бы, можно я? Да ты в пушке не сидит. Забись, Лем может в пушке, кстати, сидеть. Не может Лем в пушке сидеть. Нет, а кто будет ставить милитотем? Если никто не хочет, я поставлю милитотем и саду в пушку. Так это на том корабле надо ставить. Кто будет этих ружейников ебашить по голове? Я с пушки. Я с пушки. Я в пушку. Дай блядь, три шамана, три хила, блядь, ставит мили тотем. Натуре, блядь. Лёх, спасибо. А ты РДД, ты должен был. Какая пушка, ты ДЦ. Всё, понял? Иди, броди, уйди отсюда, уйди, противный. Не, Продакс, ты точно дамажишь? Хуясь, блядь, самое. Там нормально цифры пиздюч. Стань тебе, дайте посиду хоть раз пушки. Я буду смеяться, если сейчас Мордаун тянет пушку. И сдохнет. Упадет, да. И потом упадет. Поверь, не упаду. Мордаун, ты хилишь. Какой нахуй хил, блядь, пушки, блядь. Ты что, дурак, блядь? Как-то раз я спидранил корабли, упал сам вниз, и спидранил корабли полностью. И выжил. Меня выкинуло, не начинайте, пожалуйста. Вот, но уже корабль левый. Корабль поехал. Абродакс, дай пушку побраться. Посидеть. Побраться. Ладно, кто первый кликнет? Сюда. Минус проход. Слава, обнови кулачок под друиду. А, ну да, кстати. Ну чё, прыгаем? Чё, прыгай, дай прыгать, хуй делать. Слава, дай кулак, заебал. Давай, Продакс, кто первый кликнет, того и пушка, нахуй. Вот она. Слав, мы прыгаем? Короче, падаем, да? Или падаем. Ну, мы по факту за проходками идем. Ну, да. А жили прям такой. Дети, идите отдыхайте, пожалуйста. Ну, какую-то дайте инфу, мы что, бьем? Ну, раз Слава молчит, значит, а я бьем. Ну, Рога вылетел. Он за проходкой идет. Ему первые 4 босса нужны. Полетели. Ебать. Я прыгнул, но не могу. Я дам пизды Мородину, подождите. О, я падаю в ледяную корону.
3, 2, 1. Ай, это... Не могу упасть, у меня почему-то W не жмется, блядь. О, я в огне сгорю. А, то есть прыгнуть вниз, нет? Нельзя? Прыгнуть вниз, блядь, вниз, мы судьба, да, Мордан? Только время нам сейчас тянет. Потому что я двигаться, блядь, не могу, меня забагал один этот самый гений. А, кто это? Не буду говорить, кто это. Тот, кто, блядь, не хочет уступать пушке хилам. Так ты долбоёб, что ли, в пушку хилам лезть? Да чё, блядь, я не могу сидеть в пушке, блядь, что делать? Нет, ты можешь. Мордан, долбоёб. Гоша, хилить надо. Притон, он имеет в виду, Мэтт Фокс через час уйдет, чтоб ты его заменил. Че я сей бы хилил? Чему вы такие токсичные стали? Че с вами случилось? Здесь в натуре. Я никогда не слышал, чтобы Ваня матерился, а он сейчас последние две недели только так и делает. Нахватался, да? Ваня, зачем ты материшься? Ваня матерился. Делает. Он раньше Морские таким святым был, блядь, а сейчас что творится? Заебался. Понимаю. Гениально. Что надо сделать, чтобы W заработал? Ай, год, что там? А, у меня зиги это закончились. Закинулся. Кнопка W не работает, что ли, или что? Не могу ходить, могу налево-направо поворачиваться. Ну, значит, мышкой ходить. S, не W не работает. Ну, мышкой ходить. Может, ты назначение клавиш? И мышка не работает, понимаешь? А ты застрял где-то, или ты что? Блядь, релогнусь, подождите, блядь. Релогнись, пробуй. Это вот, блядь, после залома ещё, нахуй, он в пушку, блядь, не это, залез. Ну я сейчас, я в пушку даже не садился. Ты сел в пушку, скажи мне. Я не садился, я не садился. И я не сел в пушку, а в пушке кто-то сидел. А, он конченый сел. Ясно, нахуй. Я же сразу сказал, отдыхайте. Сыгин, давай, интернет, работай уже, блядь. Нихуя. Это кое-что кого замутить надо. Чё там, ай год? Да я деньги закинул, тут не заходит, беда. О, тихо стало. Замутил? Ты это так сказал. Ну, пока что, да. Есть время по-быстрому ЕПГП поставить? Не, я просто всех делаю очень тихими. Если резкие звуки, то я ухожу. Ну, магия, организуйте столик. Что тебе сейчас организовать? А как сверху-то теперь спрыгнуть? Ёба. Миллион долларов и квартиру в центре Москвы. Хорошая идея. Алёха. Ну я бы не в Москве взял. Как Москве называется нет. Большой и мёртвый пельмень? Так. Некромант. А, манты, блядь, только ты дурак, нахуй. Ты на Кавказе не говоришь, что это, блядь, что это все пельмени, нахуй, тебя порежут. Ай, кофе, пожалуйста. Тебя порежут, блядь. Да в смысле, нормально, приколюкся. Да похуй, пельмени, они важкие пельмени, большие, маленькие. Море-море мать, ценил шутку. Тебе может, блядь, и похуй. Но я говорю, ребята на Кавказе тебя порежут, нахуй. Не порежут никого, добрые ребята. Да, да, ты так, скажешь, что хинкали это пельмени, блядь. И как бы там похуй. Там похуй. Просто легончик это, ножиком потыкают. Если ты так у нас дома с дедом моему скажешь, ну там, может быть, потыкают немного. Ну, я же тебе говорю, хинкали это, не, за хинкали они там убить нахуй могут. Хинкали двор стреляли в упор? Да. Так, а где у нас хинкали? А, сейчас вернулся. Войт, заходи. Блять, ну это какой-то галень, шайна. Что у вас тут происходит? А сейчас кто-нибудь прыгает. У нас флекс, у нас флекс на верхней палубе, блять. Сейчас на какой наверх? Ага. Попробую себе трапу лава, сделать иди, на коляске. Лава. Да, я тебе говорил, ты когда молчишь, умней кажешь. Нет. Не говорил. Ну вот помолчи нахуй, блядь. Сам это не скажу. Верно. Слава есть проходка, да? А что Слава никого не предупредил? Тут в другом проблема, он хил. Да, он единственный паладин пока что.
Похуй, там у него... Надо подсказки скрыть, ебать. ЖДД 15 лет. Я могу на хпала зайти, ёлпала. 264, ебать, 4, ты 4-2. Нихуя ты. И даже чешка РТДшная. Ничего. Я кидаю джагу, блядь, и получаю 700 из ПД. Она не работает. Даже поэтому и кинул затею. Зачем тебе на хапале РДДшная чешка? Ты да это Биг Дэм выбивал. Это Биг Дэм выбил. Я значит, подумал, что, бля, он... Будет, джагу активирует этот бонус от... Да, да, он думал об этом, что типа если он будет кидать джагу, будет срабатывать тринка, а она не срабатывает. Она срабатывала, наверное, от лужи. О, может, это плащ? Да. Она, наверное, от лужи работает, и от экзорцизма, а от остальных нет. Это хуёвая идея, конечно, вообще тут дерьмо. Это, ребят, давайте быстрее, вот рядом. Мастер. Сказал, что релокается. Бля, когда будут мини-игры с ракетным вот этим ранцем? Прикольно же. Ты ходишь, да? Да, сдохну, да. Заломаны. Блять, чуть не разбился. Где Заломаныч, блять? Дима. Заломаныч, дай нам знак. Да, тут, тут, тут. А ты крикнул то, что накалят пельмени? Чего? Только все, ты ловишь трэш здесь? Я в ДД, алло. Да, он ловит трэш, ебал. И чё такого? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Линбран ловит, понял. Шапку отдал. Нельзя носить чужую шапку, голова прям болеть будет. Щедрые шапки раздаешь. Ага. А вам тоже ну, дети говорили, типа, что нельзя типа носить чужую шапку, шапку, голова болеть будет? Не всегда раз это. Слава, когда я раскагер? Никогда, видимо. Я ответ убил. Игнорирует, понятно, блядь. Ну, всем репертуаре. В среду. Нет, в среду ДХ. После ДХ. Я ДХ. Первый, соси. Если сегодня быстро закроем, наверное, сегодня. Так, просто висит, тогда хуй улетели. Как обычно, что вот не будем ждать никого. Кого? Быстро закроем. Ну, вообще, мне кажется... А что если сегодняшний РТ поменять субботнишним, и все? Все, ладно. Че? Во вторник. До парнос выходной. Потому что нет до вторника. Тест это ГГМХМ. А. Ладно, ладно. Кто Святос обиделся на меня. Что там, никто мага не бьет? Долго. Это легко сделать. Ну, наверное, я один, бля. Некоторые себе пришли. Я тут с самого начала. Так у нас сильные РДД все в пушках сидят. Ну, охуенно, блядь. Что я могу сказать? А хила не пускают. Гоша, давай хи. Я так просто буду молитву за. Блять, допрыгался нахуй. Пиздец. Красава, хуйня. Я даже не знаю, что сказать. Как что, ГЦ? ГП на корабле их не кидает. ГП, блять, нахуй. А Светос как сдох, блять, мне интересно. Ну корабль не прощает. Светос упал. Там корабля... Пушку его займите. Так эта пушка освободилась, так я пушкаю. Дощечка сломалась. Ну, пол упал. Прозрачным стал, да? Да-да-да. Корабль гнилой. Ну, знаменитый пол... щель. Я вот тут делаю. Смотрю, просто три эльдара так в ряд выстрелили, из пяти пиздец просто все. Самые легендарные ЦЛКшные. Это легендарная ЦЛК, его освоение, нет, его фарм. Ты в воскресенье выходной? Какое-то сегодня жидкое настроение у рейда. Такой же, как он дал? Ну, в воскресенье давайте приходите к часу, где-то начнем час фармить.
Восстановление могу. Суббота, не знаю, в 2 точно, может раньше освобожусь. У меня уже 2 штучки есть. Там же любой может собрать. Лучше тогда их оставляй, не продавай. Ну так я и оставляю, я не буду продавать. У меня типа 200к уже есть. Типа это на перебивку камней. Нихуя себе, 200к. Так а ты видел, сколько сейчас сердоль с полиролями, там, блядь, стоит? Сердоль, Лёха, забей, блядь, столько стоит, что пиздец. Да, ты чё, а мне... Ну, 5, ну вечером 5 капает. 5 косарей, нахуй. Да. Дороже, чем обычно. Ну да. На старте, блядь. Так что, блядь. 3800? А, 2800? Ну вот, 3850. Ну так, а мне... А мне нужно вот 15 штук, блядь. А было еще дороже. 15 штук, это сколько нахуй в голде там, ну вот посмотри, блядь. Ну, умножь на 4, грубо говоря, это 60, там, 75, грубо говоря. Ну вот, 75 тысяч только на сердолике, нахуй, а плюс полироли. Еще и полироли. А еще и полироли, да. Так, а полироли так, что... можно нафармить, что нет? Ну, давай. Воронга фарм, а РБК фарм. Да. Полироли красные не так часто падают, как хотелось бы. За песню прошу, отдам полироли. Натуре проще воронки фармить. Проще муравьюху приделать. Это тоже верно. Это высшее искусство, я думаю. Понятно, чем по будням заниматься Катрис. Именно. Так, Глебка, ты в демоне, Глеб? Не, не осуждаю, что нормально. Ну, у нас рука, я сейчас пекнусь с демона. Нормально делать. Сейчас на вас лечу, только... Благодарочек. Рога, который с гадюкой, не умри, плиз. Кто рога с гадюкой? Почему я должен умереть? Ну, мало ли. Страшно. Я проклят. Опа. Нет, не хотелось бы умирать. Он, Седжо, помнишь, ты говорил, что чест, чест кожаный ее... Так он не во штуке выпало в прошлый раз. Забираешь, Лингрен? Сейчас, погоди, ты мне запускаем сафи. Запы. А, я на дис. А, на дис. Че, Сержа, как 4-5 вкусно? Ну, такое. Не то, что по сути вкусно. На вкус. Не то, чтобы вкусно, да, по вкусу, но по сути вкусно. Ну да. Не понял, кто нас отвалил. Я отвалился. Навара хочет на 40 зайти. Ему воля нужна. Ему воля нужна. Волю хочет. АМК на роге, понял. Натуре МК на роге, блядь. Фикните его, среда. Давайте. Здорово, вы куда пошли? Ну, сколько хм. Кир, да нет, это Гер. А что это за хм? Понял. Говорить одно, а, как говорится, приоритет, это другое. Что это за... Есть? Не, после сурка можешь давать шалфиру дальше. А что это за прикол? Я сижу, Боб. Сначала. А у меня макрос. А что это за прикол с МК на роге? У меня макрос на снятие. Алена. Потому что он работает. Забей, да? Там ассистов нету, РПЧ. А можно вместо МП5 кулачок по друиду? Если бы он был... О, РПЧ. Бы какой-нибудь. Да, от воли не получишь, у тебя приор ниже. Слава, накинь кулак пока, пожалуйста. Вы чё, рофлите? Пожалуйста. ДК, рофлите, флот. Да вы рофлите, блядь. Я не в курсе. У меня с критами Седжу, но мне висит постоянно практически прок от МК. Чё, вот ты до меня доебалась. Сколько у тебя критами Седжу? Я кулаки не раздаю. Ребята, может, кому-то не нит я бы заменил, если есть такие. Ну ладно, блядь, обратно приставлю, ухожу нахуй, надо это, блядь. Ну, у кого приор-то больше? У ДК. Да. Блять, не делим. Ёба на урод, ты чё, совсем обленился, что ли? Ну, тебя, блядь. Я сейчас и магам нахуй кулаки с локом раздаю, блядь. Всем... Куда обратно пристану? Ну, блядь, из человека, блядь, плёт больше. Зачем? Я в прошлой неделе хотел забрать.
ДТК просто не берут, поэтому так, типа, никто не думал. Зайдет, а что ему нужно воздух? Нет, почему? Если, если он фрост... Если он фрост... Мне, блядь, вся гильдия говорила, но, блядь, никому воля не нужна, блядь. Тут выясняется, что воля нужна в моей лаву. Ну окей, я типа, что мне-то, похуй. Я зайду просто на следующий КД, просто я... Если бы сейчас бы и не поставили бы, ну, поуёбишься... Просто дурейд это ковариваете, всё. Дурейда это обговарите. Или пока сбор было, идет, я, блядь. Я спрашивал уже две недели. Я, блядь, две недели спрашивал. Да не парься, Мордаун, это воля мусор. Все равно не выпадет, забей хуй. Сейчас, прикинь, две падают. Она всего одна может. Я буду орать с Мордаун. Потом она должна удалить ворот. Да не, ему надо чешку взять. Чешку за. Я вычитаю еще. Воля никому не актуальна, походу. Ну, это потому что мусор. Ну, когда есть чешка... В каунтерах это норм. Когда есть я чешка зов, блядь, конечно, сразу. Это говорю. Завтра, короче, приходите на ворон к фарм к часу. Да зачем ты людей зазываешь? Я по людям буду смотреть вообще, сколько людей. Зазываю. Я только в воскресенье. Костя зазывала ДНС. Если да мне это похуй, у меня и воронки есть, и голда есть, блядь. Я, кстати, сука, для... Для гильды стараюсь, они еще, блядь, мордой воруют. Давайте мы не перед каждым боссом стоять, практически. Ну, я не говорю. Давайте запускай тоже босса. Ну, я не знаю. Морлоков, да, ты где там? Я случайно ногой провод задел нахуй кумфурду. Охуенно. Долара не остались. Блять, ну чё, ну запустите босса уже, ё-моё. Ну запускайте. Я на замене. Лёха, он на замене. Притон. Притон, если ничего не надо, уступи его на грун место. Там демон у них есть, похуй. А ему там будет отчетка. Не, меня завтра не будет. А дерибо? Сука, закликали. Ничего страшного, зато проходка будет. Окей, тебе что-то надо? Вражение. Сурка нет, но дальше там есть. Ну я могу уступить, мне ничего не надо. Просто ну, РДД. Вы это во время, когда трэш будете бить, делайте, не на боссе. Да, потом. Босса бить. Не вдруг тебе там боли нужно? Да нет, ты чё? Неожиданно сегодня целка, конечно. Она и стояла по графику. Ульда написано было. Да, ночью вчера изменили. Почему? Ладно, убить. А чё? Слава, вообще никого не слушай. Ты, блядь, ГМ как бы нахуй, ты выставляешь. Как тебе удобно, так и стать. Бля, Лёх, там, ну... Под каждого подстраивается, ну, тоже это кринжал. Тут не под каждого, тут просто изначально и на той неделе делалось для того, чтобы усилить рейд и проходки. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или... Но... Каждый по воронке скинулись там. Нихуя себе. Мне. Я тебе сказал. Это не говорю. Это важно.